Привет, друзья! Когда хочется чего-нибудь новенького, какого-то разнообразия, проще всего себя побаловать какой-то новой едой. И легче всего это сделать с помощью салатов, потому что меняешь ингредиенты, меняется абсолютно вкус, и жизнь становится веселее. Сегодня вашему вниманию представляю салат карнавальный. И первым ингредиентом будет картофель. Нам его нужно нарезать тонкой соломкой. Еще берем где-то 200 грамм куриной грудки копченой и тоже порежем ее соломкой. Возьмем небольшой пучок зеленого лука, порежем его перышками. Сто 50 грамм твердого сыра нужно натереть на крупной терке. Пол баночки зеленого горошка также добавляем в салат. И еще где-то грамм 150 корейской моркови. Салат нужно будет немножко поперчить и заправить майонезом. Вот так вот быстро и просто готовится этот салат. Сытно? Необычно, пикантно. Вот так вот просто можно каждый день что-то новое вносить в свою жизнь. Подписывайся на канал, ставь лайки и до новых встреч!